В последнее время статистика это нас совсем не радует, но, собственно, являясь частью объективной реальности, я полагаю, что она нам необходима, чтобы совсем уже не уходить в какой-то мир иллюзий и ложных представлений. Как сообщает ведущий башкирский экономист современности Рустем Шаяхметов, убыль населения по естественным причинам в Республике Башкортостан за январь-май 2023 года составила минус 5600 человек. Прирост населения был отмечен только в 5 муниципалитетах региона. За 10 последних лет в 6 муниципалитетах население сократилось аж на 25%. За те же 10 лет в 11 районах Республики Башкортостан население убыло на 20%. А теперь наложите эти цифры на факт стремительного отъезда молодежи, куда глаза глядят, на невыясненное пока число жертв специальной военной операции, алкоголизм, наркоманию, депрессивных регионов. И вы в полноте своей увидите пейзаж современной хабировской Башкирии, которая разъезжается и вымирает. Ну, как говорится, печально, но факт.